Желтая тактильная плитка и удобные пандусы для маломобильных и слабовидящих граждан, светофор со звуковым сигналом и крепкое ограждение пешеходного перехода. Комплексный ремонт улицы Огибалова перешел в завершающую стадию. Отремонтировано дорожное полотно, установлен новый бордюрный камень. Сейчас бригада рабочих укладывает плитку на пешеходную зону. Подрядчики уверяют, работы будут завершены раньше срока. Опережение связано прежде всего с грамотной планировкой работ и круглосуточной организацией работ. Потому что днем мы производим работы, чтобы не мешать жителям города в ночное время работы компрессорами, шумные виды работ. А ночью мы производим работы, чтобы не мешать водителям, автомобилистам, не создавать пробки. В этом году на ремонт самарских дорог направлены существенные средства из областного и городского бюджетов. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова работы стартовали раньше обычных сроков. Поэтому результаты по многим объектам видны уже сегодня. Масштабный подход к ремонту стал возможен благодаря тесному взаимодействию городской администрации и правительства области. Под постоянным контролем четкое следование установленным срокам и качество работ. В текущем году работы по ремонту элементов благоустройства в городском округе Самара ведутся во всех районах города, даже в самых отдаленных. Куйбышевский район, промышленный Кировский район – все охвачены ремонтом. Последним штрихом станет нанесение дорожной разметки и установка знаков. Также не забудут о парковках и урнах для мусора. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.